Здравствуйте, дорогие огородники! Сегодня мы будем говорить об организации автоматического полива на огороде. И начнем с того, что расскажем, как лучше начать организовывать этот полив, если у вас нет центрального водопровода. Для этого, естественно, нужна какая-то емкость. В моем случае я использовал Еврокуб. Вот, приобрел. Это очень удобная емкость на 1000 литров. То есть ее хватает достаточно намного. И, естественно, его надо поднять на высоту хотя бы, вот как я поднял там. У меня 1,30 м, по-моему. Можно даже и повыше, на 1,5 м приподнять. Для этого сварить либо какую-то конструкцию, либо там на кирпичах выложить, либо на деревянных столбах. Но довольно-таки крепко, поскольку вы представляете, что тонна воды — это все-таки довольно-таки большая нагрузка. И нежелательно, чтобы она куда-то поехала, тем более свалилась. В Еврокуб врезаться достаточно сложно с помощью гаек и там резинок, соединений вот таких стандартных. Вот, а кран, который дается, он у меня с той стороны, он довольно-таки объемный по своему диаметру, и перейти на более тонкую трубу, это надо очень много переходников, которые тоже достаточно дорого стоят. И вообще, я и кран лучше этот не задействовать, потому что его очень хорошо используют, когда просто нам надо налить воды, например, в лейку, или слить какой-нибудь воду, которая отстояла, грязь, например, с того же Еврокуба, или слить ее воду вообще, когда мы оставляем это все на зиму. Поэтому для того, чтобы врезаться и поливать, например, вот теплицу, которая у меня рядом стоит, я использовал старт-коннектор. Вот здесь вот очень простое приспособление с резиночкой, сверлится отверстие, вставляется вот такое резиновое колечко, и туда вставляется пластмассовый переходничочек. Вот на 16-ю трубку, как вы видите, вот у меня здесь сделано. Дальше я использовал уголочек. Вот. Использовал краник обязательно. Для того, чтобы, когда мы в любое время могли закрыть воду и что-то изменить нашу систему. И чтобы автоматизировать это дело, естественно, воду надо очищать. Я ниже спустился. Установил фильтр и установил таймер. Таймер-клапан. Вот таким образом я запитал теплицу от Еврокуба. И вот у меня пошла трубка в теплицу, чтобы сделать там в теплице автоматический капельный полив. Вот все, что я вам хотел сказать о том, с чего следует начать в своем огороде, если, еще раз скажу, если у вас нет центрального водопровода и вы устанавливаете какую-то емкость, но не хотите поливать вручную. Пока!